Подписчик сегодня задал вопрос по поводу того, что если аналоги ощущаются жесткими, то можно ли их как-то смазать, чтобы как-то сделать мягче, да, если я правильно понял. Мне кажется, нет. Но, к счастью, у меня есть достойные примеры, чтобы проверить. И для этого все необходимые средства. Потому предлагаю просто провести эксперимент. Вот у меня есть аналоги, которые были очень жесткие. Я их выпаял вот с этого вот геймпада от GameCube. Это типа китайский, ну, клон, там, аналог. Ну, в общем, просто он подходит под GameCube. И, естественно, на нем было невозможно играть, потому что эти аналоги были охренеть какие жесткие. Это было просто неприятно. Вот, собственно, если их водить вот так, они очень тугие. И, естественно, когда я пытался играть Star Wars Rogue Squadron, да, по-моему, так называется. Ну, в общем, Rogue Squadron какой-то второй, по-моему. То я, ну, мягко говоря, это было очень сложно, я не приносил удовольствия, я потому решился на вот эту замену. Я не помню, было ли тут что-то еще, было ли тут что-то еще, из-за чего я мог согласиться поменять, но как бы жесткость была самая важная. Один аналог и второй аналог. То есть, ну, так это, ну, на самом деле, если так тыгать, то, естественно, кажется, что он тяжелее. Но, как бы, у меня относительно их есть безусловное понимание, что это очень жесткие, потому что я с ними играл, когда они были в собранном виде. Попробуем их смазать силиконовой смазочкой, да, это как раз самый легитимный, ну, как бы, наверное, единственный такой инструмент, такая смазка, которая вот для подобных вещей применяется. Ну, по крайней мере, из которых я знаю, и я видел, что так делают все, наверное. И, кстати, в новых аналогах на датчиках Холла Мариус, ну, Мариуса Хейра, да, он точно так же это применяет, когда устанавливает сюда магнитики и все вот это вот он смазывает из силиконовой смазочкой. То есть это то самое, что тут должно применяться. Давайте попробуем посмотреть, есть ли тут вообще что-то особенное, да, какая-нибудь смазка или тому подобное, за счет чего он вообще пружинит, да? А хрен его знает, за счет чего он пружинит, но если есть возможность, давайте попробуем. Я не знаю, как я еще буду это делать. У меня, допустим, есть иголочка. И попробуем иголочкой нанести что-нибудь. Если получится набрать. Потому что у меня зубочистки я не нашел. Какой-то было бы более подходящий инструмент. Ну, не знаю. Многовато, естественно, но я уже не выхлеб вот сюда. Да, ну это много, конечно. Ну, много не мало. Ну и теперь разрабатываем эту тему. Это как бы это не значит, что я их буду использовать. Это ровно для того, чтобы именно понять принципиально, да, поможет ли оно или нет. Потому как бы пока, в принципе, все равно, сколько мы нанесли, нам надо просто попробовать ощутить какую-то разницу, да. И надо эту всю тему разработать. Ну, мягко говоря, я ничего не почувствовал.
Так, еще труднее, потому что я хотел поставить сюда, естественно, но оно тут не совпадает по размерам и потому не держится. Ну, как-то оно вот растеклось уже. Ну, как бы вот на поверхности, по крайней мере, сверху ничего уже нет. Есть что-то внутри, да. Ну, что могу сказать? Ничего я не заметил. Они как более жесткие. Вот этот именно аналог, он как был. Ну, может, самую малость, я не знаю, что-то поменялось. Но я не могу почувствовать эту самую разницу, потому что она, ну, как бы должна быть очевидна, а ее нет. То есть можно сделать вывод, что, ну, хотя вот этот пожестче будет. Это я уже другой взял, который я еще не смазывал. Ну, кажется, будто жестче. Хотя... Ну... Не, разницы принципиальной нет никакой. Так что... скажем так. Смазать принципиально силиконовой смазкой желательно, да, вот эту всю серединку, чтобы там трущиеся детали меньше терлись между собой, полезно. Но ожидать от этого какой-то эффект я не ожидаю никакого эффекта, и, скорее всего, оно так и будет. Потому делать ли это вам, решайте сами.